набережной Немутаня после парада. Кафе все заполнились. Там вот ежики, посмотрите. Вода прозрачная. Мы тоже сидим там в кафешке. Я просто решила сделать круг, показать. Я собила гея. Калакал. Проня пола. Сегодня праздник двойной. День независимости Греции. День, когда началась греческая революция в 1821 году. И христианский праздник Благовещения. Сегодня все вышли на кофе, погулять, после парада пройтись с детьми, посмотреть на внуков, родственников, детей, племянников и так далее. Посмотрите, что творится в кафе. Еще такой же день с парадом бывает 28 октября, в день Охи, так называемый. Когда тоже таким же образом после парада все заполняется. Погода, конечно, сегодня очень повезло. Просто лето. Кругом флажки греческие. Этот праздник где-то аналог нашего Дня Победы. В той революции греки не совсем победили, но путем огромных жертв все-таки смогли отвоевать независимость кусочка Греции на юге. Это Пелопоннес, там острова Киклады, еще несколько групп островов маленьких, Средняя Греция, Аттика. А здесь, на севере, вся Северная Греция была под турецким игом до 1912 года. Вот. Город Неа-Муданья и основан, собственно, беженцами из Малой Азии, где существует Муданья, старый греческий город. Они здесь оказались по программе переселения народов, когда
по Лозаннскому договору. Греки Малой Азии, те, которых турки ничего не порезали. Поменялись они населением, то есть турки, жившие в Греции, уехали в Турцию, а оставшиеся греки из Турции приехали на историческую родину. И вот им тут на Халкидике многим выделили место для постройки. Здесь вообще на этом месте болота были когда-то. В 1922 году или 24-м они приехали впервые. И к 30-му году уже заработала первая кондитерская. Работящий был народ, хотя много тогда умерло от болезней, от малярии и так далее. Ну, Даня, конечно, хорошо уже последние годы. Ну ладно, в таверну пойдем, еще запишу видео.